Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даласка. Заранее хочу сказать, что если вдруг в видосе я буду сильно заикаться или что-то у меня будет с голосом, то сильно строго не судите. Я пиздос как заболел, поэтому не знаю, как видосы будут выходить на протяжении следующей недели. В общем, в этом видосе я для вас делаю подборочку сетов с новыми бесплатными модками, которые были в событии с шарами. В принципе, будут сеты с набором вот таким на мужика, таким же только на девушку, еще с одним крутым бесплатным на девушку. В принципе, кто смотрит без подписки или с рекомендацией, по-братски подпишитесь на канал. Вам не трудно, мне приятно. Приятного просмотра, если кушаете, то приятного аппетита. Погнали. В принципе, пацаны, вот такой сет уже вполне себе неплохой, но я собрал вас здесь, чтобы показать довольно-таки неплохие сеты вообще со всеми наборами. Вот с шортами смотрится довольно-таки годно. Потом с черными шортами вообще великолепно смотрится, это очень крутой сет. Советую одевать именно с этой курткой или с этими штанами прическу «Душа чемпиона». Она максимально хорошо сюда сочетается. Кто подписан на мой инстаграм, кстати, пацаны, если вы хотите больше сетов, то можете подписаться на мой инстаграм, ссылочка в описании. Там я каждый день, иногда даже два раза в день, выкладываю неплохие сеты. Поэтому ссылочка в описании. Вот в инсте я опубликовал вот такой сет, и вам он очень сильно понравился. Так, с этими штанами такое себе. Далее. Вот с этими штанами неплохо смотрится. Далее со спортивочками мило вообще великолепно сочетается. С пуховыми, ну это классика, с пуховыми все сочетается. Потом вот с этими штанами тоже очень круто, особенно на вот с этими за один чертеж. Далее, какие штаны сюда еще одеть? Рокера, команда. Вот я именно в этот сет топлю за штаны команды. Если у вас нету штанов ангела или пуховых, одевайте штаны команды. Они максимально сюда круто подходят. Потом штаны с пропуска, штаны с тайного магазина, за три чертежа кролик. Все сюда максимально круто сочетается. Другие штаны такое себе. Так, сейчас одеваю штаны с этого набора и чекаем другие сеты. Так вот, какой сюда верх можно одевать? Мне вот из всего, что есть, мне понравилось только три позиции. Это с красочным отрядом за один чертеж и за два чертежа. И просто, кстати, с пуховиком тоже прикольно сочетается. И с голым торсом. Просто голый торс и эти штаны. По-летнему смотрится стильно, оригинально, сочно. Поэтому можете использовать и вполне себе годные сеты. Так, сейчас я там дальше пролистаю, вдруг еще что-то будет. Ну, с этим такое себе. А так, вот такой сет очень даже крутой. А переходим к сетам на девушку. Так, одеваем Софию. Я перезаписываю этот видос уже третий раз, поэтому запомните вот такой сет. Смотрится он очень круто, поэтому кто может повторить вперед, потому что сет очень-очень годный. Итак, для начала покажу вам сочетание с бесплатным другим набором и чуть попозже вернемся к этому набору. Я, по-моему, опять его уже пролистал. Нет, вот он. Так, какие сюда можно одевать штанишки? Итак, приступим. Звездный генерал. Так, я сейчас сменю вот это, потому что не круто с красным все сочетается. Вот, и погнали. Так, вот эти штаны. Звездный генерал, пропуск.
Потом, не было бы хвоста, это был бы идеальнейший сет. Но хвост есть хвост. А вот этот солдат ЧС с техником, такое я себе мне не зашло. Потом штаны полицейский. Команда максимально на сюда офигенно подходит. Так, потом пуховые штаны, штаны модера и шортики тоже круто подходят. И завершаю это джинсами, вот этими леггинсами и вот этими шортиками. Кстати, также можно рассмотреть вот эти розовые штаны. Штаны ангела, мне кажется, даже же они больше всех сюда подходят. И вот эти черные штанишки. А насчет вот этих шорт я не знаю, ну, как по мне, такое себе. Так, штаны. Со штанами все труднее. Мне зашел вот этот торс, и в принципе все. Чтобы вот прямо максимально офигенно другое подходило к этому сету, я не знаю. Вот это, в принципе, еще, ну, неплохо сочетается. И там вроде бы все. Там больше ничего такого. А, вот этот торс тоже офигенно сочетается. Кстати, пацаны, извиняюсь, я забыл вам показать одно сочетание. Сюда просто можете одеть вот этот вверх. Он был в джекпоте и тоже, кстати, неплохо сочетается. Теперь все. Переходим обратно к женским персам. Так, одеваем Софию. И просто посмотрим вот этот набор. Как по мне, еще и на халяву, это вообще пушка. Это максимально крутейший набор. Так, с прической, что можно одеть? Например, можно вот этот джекпот, который был на Хэллоуин. Тайный магазин. И просто, изменяя вверх, смотрите, как изменяется сет. Можно вот этот вверх с плащом. Кстати, сюда подойдут вот эти же штанишки. И на кроссы вот эти штаны или вот эти. Кроссы вот эти. Вот такой вполне себе нефиговый сет. Также, мне кажется, даже больше сюда подойдут вот эти штаны. И смотрится очень-очень круто. Далее, с банданой. С банданой мне зашло сочетание вот с этими волосами. Но можно одевать вот эти пиратские штаны. Вот такой пиратский сет и просто кроссовочки техника. Смотрите, просто пушечное сочетание. Также можно на вот так вот одеться. Но мне прям больше всего понравился сет, который вы видели. Это, по-моему, вот этот, я уже не помню. Вот такой сет. Еще, кстати, можно рассмотреть и вот такой сет. Просто вот так. Нет, вот эти штаны. Вот так, мне кажется, мне кажется, что вот так вот даже будет лучше. Если согласен, то пиши в комментарии обязательно. Потому что комментарии помогают мне продвигать этот видос. Также именно с этим, с этой банданой мне нравится еще одно сочетание. Сейчас я вам покажу. Так, сюда можно надеть вот эту причесочку с нового года. И смотрите, как офигенно сочетается. Вверх можно, например, вот этот или вот этот. И просто пушечно. Пацаны, мне прямо очень-очень зашло. Так, плащ. Плащ — это отдельная тема. С плащом одеваем вот эту причесочку. Хреново-то было. Ой. Так, сюда вот эти штаны. Стимпанк. Потом... просто черные или коричневые штаны. Кстати, техник сюда вообще идеальнейшим образом подходит. София тоже. Потом, что еще? Вот эти штаны тоже прямо пушечно. И на завершение просто все от модераторов. И юбка, и шортики, и штанишки. Но как по мне, вот эти шортики подходят сюда просто идеальнейшим образом.
Пацаны, я реально старался для вас записать этот видос, несмотря на свое самочувствие. Поэтому, по-братски, подпишитесь на канал, поставьте лайку. И все, пацаны. Я надеюсь, что вам сеты понравились. И вы какой-нибудь из сетов выберете, чуть-чуть его доработаете или просто возьмете из видоса, и это будет ваш собственный сет, по которому вас будут узнавать и друзья, и соперники. Всем спасибо за просмотр, за внимание, с вами был Даваска, всем счастливо, всем пока, и да пребудет с вами скилл. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока. Поставил лайк? Поставил? Не поставил? Ничего не понял. Не встать? Он тот же. Не ставит, представляешь? Я сейчас могу встать.